Главным деревом страны стал древний платан из Дербента. За него было отдано около 40 тысяч голосов. Это почти вдвое больше, чем у его соперника – дуба из Чувашии. Российское дерево года является отборочным этапом ежегодного конкурса «Европейское дерево года». Теперь на международной арене нашу страну будет представлять уникальный платан из Дербента. Также ветвистый дагестанец получит сертификат на безвозмездные обследования и проведение оздоровительных мероприятий специалистами Центра древесных экспертиз. Отметим, что возраст этого дерева составляет 285 лет. Оно расположено на территории древнейшей джума-мечети страны.